приступили к сборке проекта Porsche Venom для 911 модели GT3. Уже установили передние новые крылья, боковые расширители вместе с порогами, они цельные, и у них система вращивания в кузов, то есть это позволяет визуально сделать цельные расширители, и не каждый догадается, что это не завод. Небольшие доработки были именно для этой модели, так как GT3 отличается воздухозаборником, передним бампером и еще несколькими элементами.